Ребята, всем привет. Тут такое дело. В общем, я зашла. В прошлой серии мне дали щит. Прокачка оружия. А в этой серии мне не дали. Амбал. Смотрите, у меня только вот это вот, видите? Заморозка. А щит пропал. Видимо, сохранка прошла до этого. Блин, обидно. Я лишилась щита. Это что такое? Это топор. Давайте вот это возьмем. А, пистолет. А куда мне сокушек-то? Да, обычный ПМ. Не хватает, да? Очень жалко, прям получилось щит. Смотрите, опять появились эти. Сейчас вот эта фигня вылезет, да? Да. Но у меня появилась вот эта вот штука. Все по-новому появилось, гляньте. Да, сохранение прошло, блин. Получается раньше. Вернее, ну не прошло. Ну, я получила щит и вышла из игры, получается так. И у меня пропал щит. И это жалко. Видите? Повтор идет. Я не помню, здесь что-то было или нет. Даже товарищ Муравьева. Баба Зина. Эх, забыть бы это все рядом с тобой и начать жить нормально. План есть, шансы тоже. Печально, мне жалко. Теряла щит. А для меня это как блок. Ну что, побежали дальше проходить? Ну как побежали, поехали. Оп. Вернее. Блин, о, вскочил. А, не доехала. О, 219. Давайте еще раз попробуем щелкнуть. Че дадите? Вот эту штуку. А вот это что? Ну, это мне не надо. Давайте это возьмем. Быстро как молния. А, я себе скорость увеличила, блин. Может, мне не надо было это делать? Как-то, блин, печальненько, серьезно. Я прям расстроилась. Из-за того, что мне щит забрали. Да, блин. Еще раз, я разучилась. Все яблочки собрали, да? Блин, скачила. В прошлой серии у меня прям хорошо получалось скакать. В этой как-то что-то не очень опять. Ну-ка. Да ё-моё, о. Да блин. А тут не доехала, забавно. О. Ура. Ё-моё, я. Но. Да ё! Ну как так-то? Ой. То перелетаешь, то не долетаешь. Да блин, рано!
О! Да, но только я скорость-то потеряла. Черт. О, а тут можно было право. 71 яблоко. Короче, чем больше яблочек, чем больше прокачка. Не могу отсюда уехать никак. Пройти не могу это место. Да. Да я... Я просто промахнулась. Чё это у меня не получается? Да. Надо было. Чувствую, я тут помучаюсь опять, да? Ну куда ты так? Да это я делаю неправильно. Куда? Ой-ё. Ладно. Надо было жизнь увеличивать. Что-то я тут лоханулась. Ну хватит какая-то писец. Давай. Еще раз. Да, блин, нет. Ура. Куда, блин, ехать? Я не вижу, куда. Сюда. Ужас какой-то. Я так все яблоки профукала. Пипец, блин, горки. Нет! Ну только не снова. Блин, оно усложнилось, хочу сказать. Реально так усложнилось чутка. Угу. Не, я понимаю, что стрелочки... Блин, да что ж такое-то? Маленькая ошибочка и все. Не долечу. Слишком высоко берешь, он прыжками такими прыгает. Слишком низко берешь, он не допрыгивает, блин. Так вот. Там главное не промахнуться. Стой. Опа. Звездец. Сюда? Куда, блин? Ё-моё, вот это тут вообще лабиринты, ребят. Альфа, родной, наши тела обнаружили. Сохранение прошло, тут нет. Тела? Какое тело, блин, у меня здесь проблемы. О, домик. Здорово, домик. О-о-о. Это было нелегко. Никто не вылезет. Уа-а-а. Ругается. Вот. Не ломается. А, это 81. Вот это, наверное, штуку вот эту качаю, да? Нет? Смы. А сейчас кто-то вылезет, да? Нет, не вылез. Странно. Тру-ту-тун. Тру-ту-ту-ру-ту-тун. Вот тебе сводка из реального мира. В кабинет вошли солдаты. Среди них Аргентум, Криптон и Радон. Вечно эти двое вместе.
Я думала, спецотряд расквартировали по земному шару. Кто же отдает им приказы, пока коллектив не запущен? Вот там 100 кубиков. А я уже рассказывала тебе про то, как здесь течет время. Ну, расскажи еще раз. Так вот, коллектив еще не запущен. Технически и проект «Атомное сердце» тоже. А значит, мы прекрасно успеваем выбраться отсюда. Тебе пора идти дальше. Угу. Хорошо. Да, блин. Сережа, мы же эффективная команда. Нам очень нужно найти выход. Обидненько, блин. Нереально обидненько с щитом. То, что я его... потеряла. А это что такое? О, да, во. Не знаю зачем, но давайте все разобьем. Еще кто-то вылезет. Нет? Обычно, когда вот так вот один раз обьешь, во второй раз кто-нибудь вылупляется. Уже так было. У нас уже так было. А с них вообще что-нибудь выпадает или нет? Или это так чисто? Ну-ка. Ну-ка. Да, чисто. Интересная ситуация. Ну что, пошли дальше? У меня всего 170. Оп, сохранение. Яблочко! Никого нет. Щит хочу, дай щит. Ну ладно. Ловкость рук и никакого мошенничества. Это что такое? Ой, ёшкин, матрёшкин, я вспомнила эту хрень. А это дальше. Ну, дальше мне пока нет смысла идти. Блин, я помню, что это будет. И это хреново. Зачем ты взял? Ты дурак. Я помню, как Джаз здесь мучился. Вот там яблочко. Хорошо, патроны бесконечные. Какие орешки классные. Не знаю, это будет проблема. Просто продолжай делать. Понятно. Я в тебе не сомневаюсь, родной. Дожди. Вы кто такие вообще? А что надо делать? Отстреливаться? Так, стоп. Мне нужно лечилки взять. А что мне с этим кругом-то? Зачем мне этот круг вообще сдался? Не помню историю с этим кругом. Или это не тут же осмучил? Ну, по-моему, там был такой же круг. Мама дорогая. Что делать-то? Да я не помню, что-то с этим кругом было. Я не Казанова. Так, лечилки. Да блин, ты чё встал-то? Что мне этот круг дает-то всё-таки?
О, чё таких морды-то у них страшные? Чё происходит? Ага. Этот круг должен набрать какую-то линию, слушайте. Ага. По-моему, у Джаста на Армагеддоне здесь вообще мелкие вовчики были. Блин, перезаряжайся. Ну, это не мелкие вовчики, это какие-то хрены. Или это не та локация? Ну, может быть, еще один такая вот территория будет. Да, блин. Ой, лечится. Так, дробовик. О! Всё! ХП дайте. Отстаньте. Блин, промазала. Не. Хорошо. Четверо? Вы чё, гоните? Четверо, блин. Да, блин. А, мимо. Да как так-то? А, загнала, нет, 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 нет. Да блин, нет! Вы чё, уйдите? ХП дайте, алло. Отстаньте. Чё вас так много-то, боже? Не промазала. На тебя. Я по кругу бы мне бы. Перезаряжайся. Да блин, ой-ой-ой. Да ё-моё, не получается так. Стамину дайте. О-о-о. Не-не-не-не-не. Они, блин, респаются и по новой появляются в том же, блин, количестве. А мне нужно в этой херне, простите, постоять. Это, блин, непросто. Даем морда, блин. Да?
Одно осталось или два осталось? Да ё-моё, нет, уйдите, 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 уйдите. Забивает в углу и все. Ужас какой-то. А она теперь еще и бегает, эта хрень. Да, блин! О. Круг несчастья. Уйдите. Да мама не горюй, что происходит? Еще немножко осталось, давай. Все? Мамочка. Ты сначала промолчал, а потом полночи уснуть не можешь, придумывая, как лучше было бы ответить. Твое эго борется с тобой и с твоим ощущением всеобщей несправедливости. Технически ты воюешь сам с собой. Ха, юношеский максимализм. Классика. Вообще-то, барышня, юношеский максимализм. Еще в недостаточной гибкости в суждениях и излишних прямолинейности. Или при чем тут это? Думаю, сейчас это не очень-то и важно. Ага. Слушайте, а у Джаста это, наверное, следующая локация. Там куча мини-вовчиков было. Странно. А тут как бы эти были. Но достаточно сложно, когда они так вот зажимать начинают. Звездец просто. Куда ехать-то? Во, сюда. А, не долетела. Ать. В смысле, чуть не упала. Яблочки, надо собрать яблочки. Блин, поздно. Поздно я подняла камеру. Еще раз. Ой, ё-моё. Так, все. Ёшкин, матрёшкин, блин, начинается. Карусель, карусель. О, яблочки. Я не все собрала, блин, вообще, блин, профукала. Куда? Думаешь? Блин! О! Серьезно? Ну ладно, стоит только ради того, чтобы остатки яблок, блин, то не собрала. Остатки яблок пособирать. А так хорошо шла. Черт. Перестарался. Долетим. Да, ё-моё, блин, немножечко надо было вправо. Наверное, не знаю, Джаз говорил, на клаве и мыши легче. Ну, не знаю. Либо у меня просто руки корявые.
Нет. Либо он меня просто такой шустрый, что звездец. Яблоки, яблоки. Угу. Так, а дальше-то куда? Долетим? Да ладно. Охренеть. А то есть только так я могла долететь, да? А еще не было никаких путей? Серьезно. Опять? Отлично прошел дистанцию, пионер Нечаев. Че, опять босс какой-то? Серьезно? Ух ты! Такие домики, а это что такое? А, это этот пример, да? Сохранение? Ой. Ну-ка. Че расскажете мне, что покажете? Не знаю, есть ли смысл, что я это все крамлю? Кто? О, что-то я помню этот мультик. Музычка прикольная, мне нравится. Музыка классная. Ну, мне в принципе нравится, ничего не могу сказать. Мне Дилси тоже это понравилось. Оно забавное такое. Ждем третье DLC на подходе. Есть что интересное? Ага. Прям в самом нужном месте стоит. Так, она куда-то летает. Нам за ней нужно? Или она просто... Ух ты! А, это просто орешки. Или она просто летает? А, она просто от фигня. Тридцать пять, 29, что это значит? 11. Что здесь? Очередная хрень? Блять, что это? Блин, что это? Извините, я не буду ругаться. Что надо сделать? А что сделать-то надо? Чего я не могу туда пройти? Я туда что-то кинуть должна? А как кинуть? А, может быть, пистолетом пострелять? А вот тут, может, туда? Ёшкин. Ёшкин! Так, ладно, здесь мне нужна... Здесь мне нужна уже мышка. И то я не попалась, серьезно. Вы серьезно? Блин! Звездец. Так, чувствительность мышки. Да я уже все пропукала. Маленький утёт. Кок-то-ток. Почему я промазала? Че, все? Серьезно? А то есть это не надо было в обязалке? А еще можно яблоко? Че будет? Да в смысле мимо, блин, алло? Да почему, блин, че? Фигня. Угу. Ты вовремя перезарядился. Та-ра-та-та. Забавно. Угу. Та-ра-та-та-та-та-та.
Та-та-та-та-та-та. Мимо, блин. А сколько мне надо? 50? Нет? И чё, и сколько? 250. А, это яблоки выигрывать. Я могу яблочки так выигрывать? Интересное. Интересно. Вот такая, знаете, очки пособирать для прокачки себе. Прикольно. А в мелких обязательно стрелять? Мелких хрен попадешь. О, попало. Промазано. Да я его все промазала. Ни в один не попала. Да, блин. Сколько вы мне дадите? 252? О, нормально. Давайте еще. Что насобираем? Да, блин, вовремя перезарядился. Да, пятнашка. Красава. А, патроны. Там какая-то красная еще была. Красная сколько очков? А, блин. Красная вообще, короче, какая-то, наверное, крутая. Я ее вообще там не вижу. Мелькает. Блин, рано. Тун-тун-тун-тун-тун-тун. Ну-ка. Ага. Пойдемте. Это чисто вот очки подсобирать для прокачки. Пойдемте-ка я потратим яблочки. А что, 200 штук на одну эту надо? Ну нахрена мне калаш? Да, мне стоит. 215. Это я так долго могу здесь играть стоять, ребят? На. Я не хочу. Я не хочу его брать. Ну, мне и так просто бег. Второе дыхание. Дополнительный рывок. 230. Нормально. Так, подождите, а куда мне идти тогда? Оттуда я пришла. Тут тоже яблочки. Дополнительный рывок. Да блин, на месте-то постой. О, что? А вот стрелочка. Это мне сюда. Хорошо, патрон не надо. Ух ты. Это что такое? Ух ты. Что это? Куда мы? Альфа, удалось. Так. Фу, ебучие пироги. Чё такое? Два момента. Я все вспомнил. И я не родной. Ебучие. О, в смысле не родной? Что? Давай признаем, что мы оба чудовища, созданные в лабораториях предприятия 3826. Мы нужны друг другу, но нас уже нет 3 года как. Да как ты? Тебе может подольше тут побыть, да получше все вспомнить? Просто факты. Поняла. Но мы же идем наверх, чтобы выйти из лимба, правда? Ведь правда? Так, интересно. Он заговорил нормально, а то он у нас это не беним, это один. А это испытание или что это? Второе. Это закрыто с гусем. Это что такое? Один. Д.
кладовая тоже закрыта. Вы как он забавный. Блин, танцует класс. Посмотрите, шикарный просто. Ты просто шикарный. Ты просто знаешь, что ты просто шикарный. Блин, как прикольно сделали. Блин, классный. Классный, классный, классный. Так, ну, сейчас посмотрим, сколько у меня там по времени. Ну, ладно. Так, 7 из 24. Что бы это значило? Пойдемте посмотрим, что это. Мы тут были вообще уже? Нам нужно что-то собрать? Какое-то количество... Блин, как отсюда уйти? Мы здесь были. И чего? Мне что, заново это проходить? Это начало игры у нас было же, ребят. Или нет, или да. А чё я такая медленная? А почему у меня опять 4%? Почему я это заново прохожу? Что-то я не поняла. Блин. Мы уже здесь были. Сохранение. Так. Подождите, загрузить игру. Вот. Дайте-ка я загружусь. Что-то я не поняла немножечко. Это мы прошли. Так, тьфу, ебучие пироги. Два момента, я все вспомнил, и я не родной. Ебучие пиро... что? Так. Давай признаем, что мы оба чудовища, так созданные это мы... в лабораториях предприятия. А как оттуда выйти, я даже не знала. Мы нужны друг другу, но уже нас какая-то вишенка. Уже нет, 3 года как. Да как ты? Тебе может подольше тут побыть, да получше все вспомнить? Просто факты. Поняла. А это что? Ты сможешь вернуться, когда захочешь. Когда? Как? Ты найдешь способ. Мои маяки. Используй их. А это что? Во! А что это такое? Так, еще один скелет. А вот тут, по-моему, мы не были. Нет? А куда мои опять эта вся прокачка-то делась? Я не поняла. Не поняла юмора. Ой, я что-то не посмотрела, пушки у меня сохранились-то или нет. Ой, что за рыбы, боже. Это осколки чужой памяти. Опа. Здесь ты ничего не поймешь. Это уже интересно. То есть здесь как под уровни проходить надо? Так что ли? Проскочила мимо. Ё-моё! Забавно. Так, а нет, все мои пушки на месте. А, это разгон. Все, это разгон. 15% разгон. То мы проходили. Это точно. А вот это уже новенькое пошло. Блин. Давайте другой дорогой попробуем. Не знаю. Да ё-моё, прям нарвалась на эту хрень.
Куда лететь-то, ё-моё? Давайте сюда. Да как это получается? Я как будто соскользнула. Я же четко туда прям нацелилась, а? Не смешно, а? Не смешно. Вот, сейчас опять небось. Тут какие-то рыбешки еще. О, наверное, нам не надо было сюда. Да, я... Блин! Как можно было так делать, а? Перед лицом просто взять и закрыть. Откуда ты тут взялся? А кто это, кстати? Что-то я по голосу не признала. Что за мужик с нами разговаривает? Да ё-моё, рано! Вот такую ошибку. Да сколько можно? Хоть ругаешься теперь по-человечески. Ничего, Айв, красавчик. Интересно очень мне, что будет дальше в DLC. Мне чертовски интересно. Яблочки, яблочки. Мимо, ну ладно. Не собрала я яблочки. Ну да ладно. Долечу. Да вот опять. А он специально это делает, отвечаю. Да, блин. Американские горки. Прям какие-то. Рыбки, рыбки. Да ладно. Не ископал. О. Я пройду этот момент сегодня. Мне нет. Чуть не влетел в звезду эту несчастную. Опять эта рыба. Да как так-то? Я же нажала вроде бы. Ну, все нормально было. Надо сделать большой длинный прыжок попытаться. Звезда сделала. Угу.
Попробовать лететь? Нет, я не успеваю. О, проскочила. Да ладно. Ну это мне повезло чисто. Я хочу сказать, что я проскочила. Какие горки, блин, американские. Стой! Звездец, блин. Кто-то есть-то. Жесть какая-то. Сохранение прошло. Так, это выйти. А это как? Погодите, или мы это тоже проходили? Что-то я не поняла сейчас. По-моему, это тоже было у нас. Или нет? Или нет? Так. Это проблемка. Так, ладно, ребятки, давайте мы на этом закончим. В следующей серии продолжим проходить. Всем спасибо за просмотр. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока.